Привет всем. Немного расскажу, как пользоваться гидросистемой пресс-подборщика Sipma 1210 Classic. Уже не первый раз ко мне обращаются с проблемой, что рулоны плохо прессуются, что там гидравлика как-то не так работает. В итоге оказывается, что люди немного не понимают, как устроено гидросистема этого пресс-подборщика и пользуются ей неверно. Как вы знаете, у этого пресс-подборщика нету крючков. Крышка задняя держится исключительно на гидроцилиндрах. И из-за этого инженеры Sipma установили в гидросистему так называемый гидрозамок. И вот, не понимая, как он работает, часто приводит к неправильному использованию этого пресс-подборщика. Я тоже, когда его купил, не сразу разобрался, как на нем работать. Даже прочитав инструкцию, пришлось сесть в интернет, разбираться, как устроен гидрозамок и как он работает. В общем, какая основная ошибка? При закрывании крышки люди оставляют распределитель на своем тракторе в нейтральном положении, ну, в среднем. И в результате давление, которое возникает во время прессования рулона, рулон начинает давить на крышку, переходит все на распределитель трактора. Но так это работать не должно. Давление должен удерживать как раз таки гидрозамок. Как правильно работать? Когда вы закрываете крышку, вы распределительному переводите в принудительное, крышка закрывается, давление нарастает, в манометре можно наблюдать это, и сразу же этим же движением переводите вверх в нейтральное. Что происходит? В этих двух рукавах, которые подключаются к трактору, уравнивается давление. И это заставляет активироваться гидрозамок. Гидрозамок закрывается, но давление, которое вы на него дали перед тем, как перевести в плавающее, внутри него остается. С опытом приходит, вы его ловите где-то на зелененькой, может даже немножечко на красненькой, так как в тракторе у нас теплое масло гидравлическое. Когда оно попадает в пресс-подборщик, в течение нескольких минут оно немножко остывает. И поэтому возникает иллюзия, что что-то в пресс-подборщике неисправно, он не держит давление. Вот так вот стрелочка опускается. Но если у вас все исправно, то это нормально. Она на самом деле незначительно опускается. Чуть-чуть пресс-подборщик набьет катушечку и давление вернется в норму. Конечно же, могут быть разные неисправности. Может не держать гидрозамок. Могут быть манжеты в гидроцилиндрах не в порядке. Может быть вообще утечка, где-то вытекает масло. Но это маловероятно. Просто остывает масло. Если рулоны получаются хорошие, плотные, это вполне штатный режим. В общем, надеюсь, это кому-то помогло. Мне бы такое видео помогло, когда я его приобрел. Сейчас вот мой друг, который имеет такой же пресс-подборщик, обратился. Похоже, просто неправильно пользуется. Все, всем пока, до свидания.